Кафедра общей физики Казанского федерального университета пополняет свою библиотеку. Книга доцента Рустама Даминова «Опыты с электричеством и магнетизмом» вышла совсем недавно, но на данный момент распродан уже весь тираж. Об идеях и причинах написания книги рассказал сам автор. Ко мне часто обращаются преподаватели, учителя, как показывать тот или иной опыт. И вот для того, чтобы они получили какие-то представления о технике демонстрации, о методике демонстрации этих опытов по физике. Вот я написал в свое время книгу. Книга является не первой в копилке Рустама Даминова. Есть и другие пособия для преподавателей и студентов, которые также пользуются популярностью. Желающих увидеть своими глазами рукотворные молнии, облака, опыты с жидким азотом и прочие чудеса, описанные в книге, предостаточно. Эксперименты проводятся на лекциях для студентов, а также для гостей кафедры. Так чем же полезны простые физические опыты век компьютерных технологий? Физика – это наука экспериментальная. Вот. И поэтому, так же как невозможно стать, например, врачом, не имея дела с конкретными больными, невозможно стать ботаником, не держа в руках образцы биоткани. Точно так же невозможно изучить физику, не наблюдая воочию реальные эксперименты. Раньше оборудование для физического кабинета закупали за границей и изготавливали в механической мастерской. У ученого накопилась целая коллекция учебных приборов, которые успешно пополняются различными новинками. По словам автора книги, это его научное хобби. Некоторым установкам уже 120 лет, но они до сих пор в рабочем состоянии. Подготовка опытов к демонстрациям требует высокой квалификации и времени, говорит Рустам Даминов. Точно так же, как артист очень долго готовит свои выступления, он часами, днями, месяцами репетирует эти опыты, также и мы вот из этих шкафов достают лабораторные установки, в соответствии с описанием настраивают эти установки вот здесь на столе, после того, как они убедятся, что прибор работает хорошо, после этого они выносят в аудиторию. В подтверждение своих слов Рустам Валеевич берет бронзовую пластину, насыпает на нее ситоречный песок, проводит по ее краю смычком, и песок на пластине буквально оживает, образуя красивые симметричные линии. Зрелище завораживает. Опыты, которые показывает Рустам Даминов, это всегда яркое и запоминающееся шоу. Анастасия Буряк, Роман Самарин, Универньюз.